Витископ. Достаточно сильная команда, которая едет в Берлин на чемпионат Европы. У нас прошли соревнования, юношеский чемпионат Европы у нас прошел в Голландии. Мы привезли комплект наград, у нас появляются новые имена. Михаил Романчук, спортсмен из города Ровно, установил рекорд Европы европейских юношеских чемпионатов, показав очень сильный результат 15.07 на 1500 метров и 7.52 на 800 метров. Это очень приличное время. И это говорит о том, что, несмотря на свой юный возраст, мы вполне возможно увидим Михаила в олимпийской команде в Рио-де-Жанейро. И сейчас готовится команда в Берлин. Андрей Говоров уже приехал из Италии, где он находился на сборах подготовки. Теперь он уже подводящий сбор будет проводить в Днепропетровске. И оттуда уже будет вся команда вылетать в Киев и в Берлин. Дарина Зевина сейчас работает в Киеве, несмотря на ту сложную ситуацию, которая была в бассейне «Юность». У нас Сергей Фролов готовился, сейчас приехал из Франции, где находился в клубе вместе с у тренера Пелерина, и сейчас также он уже готовится, подводится к чемпионату в Украине. И все остальные члены сборной команды Украины, в том числе наши ребята, которые из Донецкой области, из Луганской области, сейчас все благополучно тренируются. Основная часть находится на сборе в Днепропетровске, в Киеве, и они уже готовятся к заключительному моменту выезду на чемпионат Европы. Настроение в целом тяжелое. И даже, я вам скажу, вот на чемпионате Европы чувствуется это напряжение. Сборная России, сборная Украины, ребята не знают еще, они еще молодые совсем, они теряются, они знают, как себя вести. Им сложно, но тем не менее, когда Романчук выиграл чемпионат Европы, вся команда стояла и пела гимн Украины, и весь бассейн стоял. И с большим энтузиазмом, и я так вам скажу, с большим энтузиазмом, чем после каждого награждения, поддерживали сборную команду Украины. Это важно. Витископ. Спортивное видео.